из вала начали разворачивать еще в Останкино, то я, честно говоря, понял, что там такая руина. Вот. Она была заклеена, но там заклейка уже отошла где-то в местах, там на осыпи были, там и залом, и все, и холст очень хрупкий. На первый взгляд это, конечно, было так сказать. Ну, я так, как говорят, глаза боятся, руки делают. Да. И когда привезли ее в мастерскую, это тоже, когда развернули, все, ну, вот. А потом ничего, потом все. Главное для нас в выполнении этих работ по реставрации этой картины было сохранить ее подлинность, поскольку авторская живопись работы предположительно Ивана Аргунова сохранилась в очень незначительном количестве, то мы своей задачей поставили сохранить все те наполставания, которые образовались за время бытования этого портрета. И я считаю, что нам это удалось. Этот портрет выглядит очень аутентично. Мы почти не вносили реставрационные правки. Все детали, которые вы видите на картине, они сформированы различными по времени слоями живописи и относятся к XVIII веку и к началу XIX века.